А сейчас я приглашаю на сцену Риту Соловьеву. Ну там, как обычно, будут какие-то еще, видимо, варианты, потому что... Две плюс Кукин. Всего три песни. Две плюс Кукин. Два стульчика освободите, пожалуйста, для исполнителей. Только на их выступление. Без ручек, да. Лучше без ручек. Без подлокотников. Давайте поменяемся. Без подлокотников. Так, а вот этот стол, стул, по-моему, из ресторана. Его надо будет потом вернуть. Ну да, все, что из ресторана, сразу же предупреждаю и прошу очень. Все, что из ресторана, вернуть, пожалуйста. Мы тут свои порядки завели, но надо все вернуть в первоначальное состояние. Так. Так, рядом с Ритой на сцену выходит Степан, сын, видимо, он тоже поучаствует. Посмотрим, сейчас Рита все объявит. Все в свое время узнаем. У нее тоже будет песня Кукина. Мы слышали, кончилось лето, а у нее вообще будут осенние письма. Кстати, одна из моих самых любимых песен, которую в свое время просила Юрия Алексеевича исполнить в Праге, еще на нашем концерте, когда он был. Так что осенние письма услышим. А номер Риты 8 в анкете. А у нас еще много песен до 15 номера. Представляете, сколько мы еще Кукина сегодня услышим. Это здорово. Итак, Рита Соловьева, Степан Балашов. Слушаю. Дышите глубже, вы взволнованы. Дорогие мои, я хочу очень извиниться. Я взялась за песню Юрия Алексеевича, но я не сделала ее так, как хотела. Mm-hmm. Я сделаю и завтра спою ее у костра, допустим, да? Ну, я не хочу сырую показывать. Да. Тем более, что Валерочка Чечет пел ее прекрасно. Пусть она останется пока что в его воспоминаниях. Мы подготовили прибалтийской нашим прибалтийским составчиком небольшую программу. Степа тут вырос практически на вашем фестивале, да? Да, Пять лет назад он приехал первый раз. Помню начало. В прошлом году был еще, да. Но Степан у нас не поет, мы играем инструментальные вещи, мы с них и начнем. Сегодня он будет отдуваться за весь наш ансамбль, который был в прошлом году. Вот. Потом я вызову на сцену мою подругу из Вильнюса, Наташу Говоришову, мы споем с ней заявленные мною три песни. И потом я позову последнего участника из Сталина, мою подругу Майю Саверант, и я ей саккомпанирую, мы еще споем. Вот таким коллективчиком, таким составчиком мы сыграем. Сейчас Степина гитара заиграет. Thank you.
Да. Первая была Сани. Сани. А, да. А вот нам теперь на голос меня нужно. У нас с Наташей Гаврюшовой совершенно совпадает репертуар песенный. Поэтому мы решили, что мы сможем и дуэтом это спеть. Программа называется «Танцевальная авторская песня». Мой любимый жанр. Прямо вчера, как сели в поезд, так началось счастье. Как увидели замок на горе, так вообще чуть из поезда не выпали. Ну, в общем, здорово. Очень рада повидать здесь всех, кто живет от нас совсем недалеко. Но только здесь мы и встречаемся. Ну вот, так я не договорила. Наталья, мы любим одних авторов. Когда-то я говорила, что это молодые авторы. Теперь можно сказать, что это тоже уже классики. Это Александр Иванов из города Калининграда. И вторая песня — Андрей Козловский. Давайте танцуют начинаем. Все. Час далекий от рассвета. Куда он? Постучи нам. Когда птицы крепко спят, а летают только дети и счастливые поля. Час нечаянных находок, в ночь загаданных утрат, в центре города и года, в обеспеченных переходах, заблудились до утра по всей округе. В окнах свет погашен, но нам не страшен наш неблизкий путь. Настина, иди сюда, кружит свой маршрут наружи. Давай свернем вперед куда-нибудь, как прелестный в переулках под качанием фонарей. Музыкальные шкатулки незакрученных дверей, и как трепетно во мраке одинокие собаки, заплутавшие гуляки и ночные сторожа по всей округе. Мирно спят супруги, их сны упругие, синие шары. А мы все кружим в эту ночь, мы кружим. Шиллер бронзовый срок, как намек официальный, на коварство и любовь. Наши встречи опечален, как примерный семьянин. Он, конечно, гениален, но немного театрален. Этот важный господин, ах, милый классик, да, не да, немного поздно, смотреть на звезды сном не дорожа. Но как же ясен этот путь во мраке, где лишь собаки, мы и сторожа. Танцевальная часть. А теперь все поют. Да-да-да-да-да-да-да. Но как же ясен этот путь во мраке, где лишь собаки, мы и сторожа. Я теперь понимаю, почему каждый раз Гуси над Лапом приехав, мы оказываемся без апартаментов, и некоторое время наш путь во мраке всем ясен и слышен издалека. Да, Андрей Козловский посвящается всем рекам. Реки, да, это такие кровеносные сосуды земли. Ну, помнишь? Конечно. Не
Пронесусь по золотухе по великой реке, по курсу видения вспешлюсь. В одной руке гитара, удача в другой руке, работаем медленный блюз. По левому берегу топивало, по правому пустые города. Нет, в городах вообще уже никто не живет, не врет никогда. И пока мы не уперли в потолки, нам не поздно начать с нуля. А то, что никто не пьет из этой ри, так это еще не повод становиться одним из тех, кто плюет за борт корабля. Вниз по золотухе, по великой реке, идет под грозами облака. В одной руке гитара, удача в другой руке, отбереги обнимая. И на потому, пожалуй, не торопимся мы, откуда есть бабки или вода. Проходим и видите, и тишлю старые мы, чтоб лодку не затерла вода. Начать с нуля, что никто не пьет из этой реки, так это еще не повод становиться одним из тех, кто плюет за борт корабля. Все должно быть с нуля, по золоту, по великой реке, а ты туда на воде. Возьми руки гитара, удача в твоей руке, качай. Великой реке, от Бакина до Бакина вниз. Подводники гитара, удача в другой руке, качаясь, проплывет наша жизнь. Подводники гитара, удача в другой руке, качаясь, проплывет наша жизнь. Качая, проплывет наша жизнь. Сергей Буданов, Наталья Гаврышова, Кристина. Серега, ты поешь. Последнюю песню Сережи я спою. Иди. Да, третья песня моя. А, да? Да. Окей. Будет. Не, ну как тут, да? Будет играть. Вот. Я хочу сказать, что среди нас есть живые классики. Я считаю, что Сережа Буданов, он уже вошел в историю авторской песни как прекрасный автор. Как прекрасный автор музыки. Как человек, который держит авторскую песню на таком уровне. Потому что у него очень хороший вкус у Сережи. И на стихи, и на музыку. Поэтому третий номер своей программы я хочу, чтобы Серега спел свою песню на стихи Миши Култаева, нашего таллинского автора. Называется она нескромно «Маргарита». Оригинальное название «Маргарита». Ну, потому что они подарили ее мне когда-то на день рождения. А вот вода у нас была, куда она делась? Поняв одного, как сумела она в эту гавань причалить. Маргарита, Маргарита.
Маргарита. А вокруг шита проплывает народ, обтекая ее, как скалу в океане. Кто-то в этой стране постоянно живет, а ее занесло сюда по Истарам. Какой-то нездешний страй такой, она выглянет в общем такой одинокой, чемоданчик в руке, телефончик другой, и одежда страны явно очень далекое. Время быстро промчится, и станет она так похожа на всех, и одежда, и речью она станет своей. Ее примет страна, только я ее в этой толпе не замечу. Маргарита, 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 та-ду-да, па-да-да-да-да, да-да-да-да, па-да-да-да, па-па-да-да-да, тим-тим-да-да-да-да, па-да-да-да-да, та-да-да-да-да-да-да-да-да, са-те-ба-да-да, па-па-да-да-да-да, па-па-да-да-да-да-да. Сочинял новую гармонию под конец. Вот, наша любимая босса-нова Сергей Буданов. Ну и Маргарита Соловьева. Майя, Майя. Где гитару? Майя, бегом. Так, сейчас мы немножко тут перетурбацию сделаем снова. Тащи сюда вот это вот, вот на это место. Пока Майя тут строится, по гитарам ходит. Кристина... Гитару заберешь, да? А то, я боюсь, мы наступим на нее. Вот. Значит, смотрите. Вот есть у нас новый человек на сцене. Зовут ее Майя Саверант. У Майи сегодня дебют. Она никогда не была ни на каком фестивале, не то что на фестивале авторской песни. Так что Майя, конечно, волнуется. Давайте ее поддержим аплодисментами. Надеюсь, не все. Хорошо, не все. Добрый вечер. Всем хорошего настроения. Хочу исполнить, начать с песни питерского автора. Очень нравится мне творчество Жени Любич. «Метелица». Кто знает, подпевайте, довольно известный автор современный. Да, можно, да, махать руками. Серега, ты далеко не убегай, потому что ты нам стучать там должен. Найдите Буданова снова. Он сегодня кочует все время. Не уходи далеко. Поехали. В черном небе сны заметая, хлопья снега вниз улетают, метелица. Своей рукой и наметет куплет на клавиши моей души о севере и о зиме, да, о тебе. Мне голову вскружила,
коснется постели, снег закроет ночь своей рукой и наметет куплет на клавиши моей души о севере и о тебе, да, о тебе. Я думаю, мы будем петь все вместе с вами, да? Сейчас. Несет свечу, говорит, вы не, я ничего не вижу вообще. Для этого вот прищепочки я сюда вешала. Ага. Песня, а у песни тайна, тайна это ты.
совсем уж хоровая песня. Давайте учиться стучать на вторую долю, Марья, давай покажи как. Раз, два, молодцы. Еще давайте разомнемся, засиделись. И сесть в поезд и уехать. Вдаль пусть в окне убегают желто-багровые кроны. Пусть обо мне все забывают и не звонят мне телефоны. Сядь в любой поезд, будь ты как ветер, и не заботься ты о билете. Листик зеленый зажми ты в ладони, прошлое больше тебя не догонит. Сядь в любой поезд, будь ты как ветер, и не заботься ты о билете. Листик зеленый зажми ты в ладони, прошлое больше тебя не догонит. Будет покинуть мне жаль эти бокалы и блюдца, и обернусь я на прощанье, чтоб уже больше не вернуться. Я все часы потеряю, благословлю ту пропажу, только когда не знаю, путь опуститься отважусь. Сядь в любой поезд, будь ты как ветер, и не заботься ты о билете. Листик зеленый зажми ты в ладони, прошлое больше тебя не догонит. Сядь в любой поезд, будь ты как ветер, и не заботься ты о билете. Листик зеленый зажми ты в ладони, прошлое больше тебя не догонит. Сядь в любой поезд, будь ты как ветер, и не заботься ты о билете. Листик зеленый зажми ты в ладони, прошлое больше тебя не догонит. Сядь в любой поезд, сядь в любой поезд, будь ты как ветер. Сядь в любой поезд, будь в любой ветер. Сядь в любой поезд, будь ты как ветер. Сядь в любой поезд. Спасибо! Родиченко.